Привет, привет, мои дорогие. Ну что, пожрем завтрак на свежем воздухе. Вот купила свинина европейская. Ну, вкус грудинки, но вот она вот как бы типа прессованная. Огуречки, хлеб. Хлеб, если захочу. И чай. Обычный чай из пакетиков. Но вкусный. Знаете, какой? Ричард. И черная смородина. Но сладкий. Забыла лимон. Ну, ладно, уже не побегу за ним. Пожрем, пожрем. Ой. Представляете, на воздухе. Завтрак. Горячий, зараза. Можно вот так бутерброд сделать. Нет. Не хватает. Хлебушка. С хлебушком вкуснее. Была после суток вчера. В общем, это одно видео было. Я отдыхала от камеры. Теперь продолжаем. Куда же я денусь-то? С подводной лодки. Малина уже состыла. Сейчас пойду собирать малину. И думаю, что приготовить на обед. Я так набегом в сад. У нас, конечно, тут магазин есть. Можно и пельмени купить. Ну, я привезла с собой картошки. В общем, не буду раскрывать секрет. Наверное, что-нибудь то приготовлю. Обалденно. Я, конечно, все понимаю. Читаю комментарии. А люди посмотрят одно видео и делают такой вывод, что я ничего не готовлю. Я, да, кстати, видео было посмотрено на юге, при том, что там, я не помню, я так мельком посмотрела, там у нас дочка ест лапшу, ну, сами готовили. Вермишель, я, по-моему, суп. Не помню я, что ела. Надо посмотреть. Ну, неважно. Так вы полистайте другие видео. Готовлю я борщ. Сколько видео с борщом, сколько видео с солянкой. Они сделают вывод. И делаю, и надо высер-то сделать. Такие все культурные, такие все домохозяйки. Каждый день пирожки пекут, блинчики. Ну, а я вот такая. У меня все взрослые дети уже могут сами себе готовить, кстати, о птичках. А я могу есть то, что я хочу. Хочу – готовлю, хочу – не готовлю. И еще про медиков. Я иногда снимаю в ТикТоке, но я там не развиваю ничего. Ну, просто вот есть желание, я снимусь. Нет желания, я сниматься не буду. Ну и вот так, что сниму, иногда вот кину сюда на дзен. Так весело, не хочется вроде, чтобы канал как бы плыл, снимать не хочется. А вот кину видео с ТикТока. И сколько жало там, да? Вы же медик. Как вас терпит администрация? Ну, я уйду. При том, что у меня высшая категория. Другие уйдут. Девчонки, сейчас мы работаем на последнем дыхании. Работы много, больных много. 27 лет в медицине. И как нас терпит администрация? Профессиональная медсестра, там все умею, все могу. Но что делать? Мне что, не жить? У меня не должно быть никакой личной жизни, как мне один сказал. А я думал, медики за бесплатно работают. Да, естественно, за бесплатно. Нам дядя Вова прям еду приносит домой, за квартиру платит. Ну и есть, а с другой стороны, мы, наверное, и есть не хотим. Раз мы медики, а что нам пожрать-то? Зачем? Мы вообще не жрем. И семьи у нас нет, и детей нет, и растить, не одевать, не обувать не надо. Мы должны работать за бесплатно. Вот у нас в июне одна умерла, другая рассчиталась, медсестра. Все выработали, да, свое? Умерла в 51 год.
медик. Нас осталось очень мало. Если администрация будет смотреть на нашу личную жизнь, то, наверное, работать вообще некому будет. Мы все живые, мы все люди. Как и учителя, как и медики. А вы что думаете, верхушка власти такая вся скромная? Поверьте, они ведут себя еще похуже, чем мы. Иногда их снимают скрытой камерой и выпускают в эфир. Знаете, да, что там бывает? Не будем говорить. Поэтому все мы живые люди. У всех у нас личная жизнь. Даже если бы я на камеру пила, курила. Опять же, я делаю это не на работе. Даже если, да. Это моя личная жизнь. Что хочу, то и делаю. Ну, работа. Есть работа. И социальные сети — это еще не личная жизнь. И насрать не на ваши думки, мои идеальные зрители. Следите за собой. Я никого не учу. Я снимаю то, что я хочу. Не призываю вас так есть, пить, жить, живите, как вы можете. И не надо давать советы другим. Как я ем, жру, пью. А я покушаю за вас. И за сидящих на ПП. И на диетах. И жующих листики. Я тоже огуляюсь. И питающихся энергией солнца. Я даже ем колбасу. И полезный чай с песком. Сахарным. Все, всех обняла. С вами была Наташа. Всех люблю. Целую.